Привет, мои хорошие! А мы с Кристинкой собираемся тусить! В общем, приехала мама посидеть с моим малым, и я прям вырываюсь, как вольная птица, на волю. И хочу быстренько пробежаться по магазинам, по тем, по которым я не смогу пройтись с малым, потому что там холодно, где-то находится на улице. Рынок мой любимый, классик посетить. Вот. Классная куртка, смотрите, я ее вот одела уже. Какой цвет шикарный, да? Жалко, что мне все быстро надоедает. Я бы вот эти волосы оставила надолго, если бы не была такой непостоянной девчонкой. Так что... Ой, кстати, давно хотела. Сейчас я вставлю вставку, которую снимала уже давно. Как у меня коляска в багажнике лежит, и как я ей пользуюсь, как я ее вытаскиваю. Сейчас вот вам видео из прошлого. Привет! Итак, хочу показать вам, как я устроилась. Как говорила, что я в люльке его катаю, но кто-то из моих подписчиков сказал, что это вредно и нужно в нормальной коляске его катать. В итоге, короче, я сняла ее сверху, которой я не пользовалась. Сейчас покажу, как ее поставить. Вот так она у меня лежит, помещается, уже большой багажник. Я даже ее не снимаю. Привет снова, мои хорошие. Знаете почему? Потому что после того, как я сняла первую часть влога, прошел один день, в котором я была дома, и вот следующий день приехала моя мама, и я скорее побежала по делам. У нас сегодня большие планы. Я в своей новой куртке, как вы видите, да, просто тащусь. Что нужно было поделать? Я не знаю, у меня столько в голове всего, что хотела вам сказать, хотела спросить. Значит, сразу вопрос. Мне написали в комментарии девочки. А, вот видите, волосы у меня смываются, уже начинаю похоже быть на блондинку. Серый что-то особо не вырисовывается, какой-то розоватый отлив получается немного. Ну, посмотрим, что будет дальше. Не суть. Хотела спросить про пигмент прямого действия. Кто пробовал? И мне важно, как он смывается, насколько быстро и пятнами ли смывается, и какой цвет, меняет или нет. Потому что, видите, здесь фиолетовый меняет на серый. Синий меняет на зеленый. Красный меняет на оранжевый. Ну, то есть, такие цвета, которые, допустим, я бы не хотела себе иметь. Зеленый, оранжевый цвет волос. Я пока к таким не готова. Кто пробовал, то, пожалуйста, напишите мне в комментариях пигмент прямого действия. Как вы пользовались и вот что там было, ну, вкратце. Еще хотела сказать, что эта куртка, я вам показывала, какие эти карманы глубокие. Смотрите, что у меня помещается туда, в карманы. В один карман я кладу свой большой кошелек, просто наполненный. И два телефона, вот этот, на который я снимаю. В другой карман я кладу селфи-палку и два вот таких вот с карточками с моими. Это на самом деле очень много, и моя сумка, моя куртка стала весить примерно так же, как я. Как сумка, которую наполнишь вещами. Я ее взяла сегодня, одела как такую терняху. Но пока я в машине, я все выложила сюда, пусть лежит. Когда буду выходить, просто сумку не кайф брать. Я уже отвыкла с сумками. Когда с малым, я беру его сумку, все туда накидаю, очень удобно. В руках ничего нету. Еще я задарилась, так как я не успеваю никогда ничего покушать. Смотрите, я взяла тормозочек. Здесь у меня черный чай с молоком. Вот, и мы будем пить. Я вам показывала в одних из покупков, я в Ашане купила себе. Здесь вот хорошо, что кружечка такая. Вот захотела я, раз, налила себе и очень удобно. Быстренько сделала. И горячее все со мной. И бананчик взяла на всякий случай, если вдруг я сильно проголодаюсь. Потому что мне не все можно есть, и что-то где-то покупать не очень хочется. Так как бы я булочку взяла, что-нибудь. Останавливаться не могу, потому что времени мало. Что по плану, кстати, у меня? А, у меня в телефоне записано. Короче, сейчас я заеду на один рыночек. Там нужно всякие приспособы взять для DIY. И потом заеду, стульчик хочу малому купить, чтобы он был со мной. Потому что я его все время на кроватку кладу, он там лежит. А так будет он с нами, да. И если что-то произойдет, я рядышком ручку протянула, поправила. Плюс там такие стульчики с игрушками совсем. В общем, выбираю стульчик сейчас. И что самое не классное в этом во всем, почему второй день я снимаю, или третий уже это получается. Потому что садится батарейка на морозе. Мы так вот вышли, погуляли. Я так хотела вам показать, как на рынке шумно. Там везде, вот на рынке классик сейчас очень шумно. Там работают везде. Такое ощущение, что ты на завод пришел.
обогреватели работают, и везде реально, как на заводе. Я хотела снять, и вот я уже, я говорю: Кристинка, иди сюда. И только я начинаю снимать, и садится батарейка. И она очень быстро, причем там 30% у меня есть, а по холоду она раз разряжается. Так что будем надеяться, что этого сегодня не будет. Я вам еще что-нибудь покажу, помимо своего лица в машине. Или предыдущего, как я выхожу из машины. Ну все, поехали. Оп! А не получилось снять опять. Вот я уже дома, и вот я только взялась за телефон, потому что я совершенно забыла. Я думала только о времени, о том, что нужно быстрее все успеть. В итоге уже времени, а мне нужно снимать видео еще. Боже мой, столько всего. Но не купила то, что хотела. Стульчик нашла вроде бы симпатичный. Вот надо в интернете поискать его теперь. Не знаю, найду ли. Посмотрим. Еще на связи. Ты со мной только что видео снимал, да? Ты тоже там рассказывал что-то? Да? Нашим зрителям ты что-то рассказывал? Ты хотел мне помочь, да? Чтобы мама быстрее видео сняла, да? Да. Ты у меня такой рассказчик. Да, будешь рассказывать потом тоже что-то говорить. Будут смотреть тебя, зрители будут свои у тебя. Будешь блогером? Если папа разрешит, да? Скажи, если папа разрешит, я буду блогером тоже. Да? Ты мой зайка. Ты мой любимка. Да. Ты мой сладюшка. Да, и, кстати, смотрите, какая у нас новая приспособа. В общем, я купила сегодня вот этот вот столик для кормления. Вообще, он, конечно, без вот этой штучки. Это от коврика развивающегося. Я просто сюда засунула вот в отверстие, и она держится. Я также, кстати, делаю и на кроватку, и держится прекрасно. Плюс она немножечко, ну, постарше, от 3 месяцев. Видите, она как бы лежит. Не сидит, у нее лежа положение. Но такое, немножечко полулежа все-таки. И, ну, он еще маловат для вот этой вот, для стульчика для кормления, а мне удобно с ним на кухне быть. И я приспособила, ну, сначала положила просто одеялко, да, вот так вот. Такое у нас одеялко классное, чтобы и не жарко было на нем. Вот просто, да? Но все равно он, когда ложится, он немножко еще в таком положении. И я под низ кладу подушечку. То есть сначала я, смотрите, вот сюда кладу подушечку. Да? Вот так вот получается. А сверху кладу одеяло. Вот так вот. И получается, что он лежит, на самом деле, вообще просто ровно лежит. Как показать вам? Ровно лежит, да. И вот эти все застежки прям вообще впритык ему хорошо застегивают. И спокойненько лежит, играет, смотрит и не зовет меня уже. Я сегодня приготовила печеночные оладушки. Так что это вообще штука очень классная. Вот. В общем, знаете, я уже сняла кучу видео. Уже прошло 2 дня. После 2 моих попыток снять видео, влог. Ничего не получается. Может, получается, может, это такой влог у меня, вот такая я, вот такие у меня влоги. Сейчас сижу и ем творожок. Мне так нравится творог. Вот творог. Можно кефирчиком его полить или йогуртом Активия, только без добавок. И мед. Это так вкусно. Вообще просто тащусь. Тем более нужно повышать сейчас кальций. Ой, в общем, я сняла много разных видео для вас. Сейчас монтирую, голова кругом, не высыпаюсь совершенно. Поэтому... А влог пора уже заканчивать. Давайте я его закончу, выложу то, что есть. У меня там были к вам какие-то вопросы, еще что-то. Что с волосами у меня? У меня вообще, конечно, сейчас ужас, потому что отросли корни. Здесь у меня седоватые, тут розоватые, тут фиолетовые. Но мне все равно нравится. Я не знаю, почему, я не чувствую такого ужаса, выходить не могу. Вот у меня, я спокойно выхожу на улицу, и мне кажется, что не волосы красит человека, а человек волосы. Так что, такие дела. Ладно, мои хорошие, я с вами прощаюсь, и следующий влог постараюсь сделать более насыщенным каким-то. Ну, в принципе, влог — это что? Это моя жизнь, правильно? Она вот так вот проходит. Вот такая вот жизнь. Пока что сумасшедшая.
Ладно, мои хорошие, с вами прощаюсь, целую. Увидимся в следующем.